Всем привет, с вами Давилыч. Сегодняшнее видео у нас для владельцев современных ноутбуков и макбуков. Это у нас док-станция Orica 6 в одном. Давайте разбираться, что это такое и как работает. Кстати, данную док-станцию можно купить по очень привлекательной цене на AliExpress в официальном магазине Orica Official Store. А если еще применить купончик, который действует до конца этой недели, то вообще красота. Ранее на канале вы у меня уже видели вот такую вот просто колоссально мультисовременную док-станцию, которая также может выступать и как внешняя SSD, когда вы сюда установите. Штука классная, штука универсальная, штука очень удобная. Но что делать, когда вам не нужно столько разъемов, выход есть. Вот такая вот портативная компактная док-станция на Type-C интерфейсе 5 гигабит в секунду. Это значит, при подключении сюда SSD накопителей либо внешних каких-то накопителей вы получите не более 500 мегабайт в секунду на чтение и запись. Но блин, если вам нужен картридер, он здесь есть. Если вам нужно подключить дополнительный монитор, здесь такой интерфейс есть. Ну и конечно же, если вы хотите от этой же док-станции питать ваш ноутбук, вставляете питающий кабель в разъем Type-C Power и, соответственно, используете. Ну и куда же без обычного стандартного Type-A USB разъема. Он здесь тоже есть и обязательно все проверим, поэтому давайте подключать и делать тесты. Ну что, давайте подключать наш адаптер, наш картридер, наш USB хаб. Подключаем мы его в Type-C разъем с поддержкой видеосигнала. Все, у нас сразу же горит синеньким светом. Ну а сейчас давайте мы попробуем подключить HDMI разъем, дисплей и посмотреть, все ли у нас получится. Вот сейчас вы видите черный экран. Сейчас у нас пока определит система, кто где есть. Если мы выберем основной экран, который у нас сейчас стал левым, то картинка есть. Да, сейчас система не совсем правильно определила, где главный, где вторичный дисплей, но самое главное, что картинка у нас через HDMI интерфейс есть. Что ж, ладно, это хорошо, что все у нас работает. Ну и давайте сейчас подключим через Type-C наш внешний SSD накопитель, а точнее SSD накопитель Kingston KC 2500 в боксе от Orica красного цвета. И давайте сюда мы с вами сейчас скопируем папочку рендер объем 100 гигабайт и посмотрим, что же будет у нас по скорости. А скорость у нас какая-то очень низкая. Возможно, из-за того, что у нас в данный момент как раз картинка передается через этот интерфейс. Давайте переключим во второй интерфейс, который у нас указан как питающий. Да, и соответственно никаких сейчас действий не происходит. У нас еще есть Type-A разъем, куда мы точно так же сейчас устанавливаем наш SSD. Супер. И точно так же давайте скопируем папочку рендер, посмотрим, что у нас будет по скорости. И вот здесь-то у нас уже действительно реальная скорость записи. Почему через тот интерфейс у нас через Type-C не получалось, скорость была ниже, не совсем понятно. Тогда мы с вами сейчас HDMI возвращаем тот разъем, где он у нас был. Все, видео теперь у нас не передается через интерфейс. Основной наш монитор. Супер. Ну и точно так же подключаем внешний SSD и будем копировать папочку рендер снова, чтобы убедиться, есть ли у нас вообще какая-то сложность. И здесь у нас все равно 36 мегабайт в секунду. Счет как-то маловато будет, тем более для Type-C разъема. С этим тоже мы с вами разобрались. Давайте сейчас мы посмотрим на картридер, на функции картридера нашего адаптера. Вставляем карточку памяти. Все у нас определяется отлично. Давайте посмотрим на видеофайлы, которые у нас здесь есть. Это чуть больше, чем 1 гигабайт. И прямо сейчас мы их скопируем с картридера
Да, друзья, скорости, как и на USB 3.0 картридере, здесь у нас ограничение именно карты памяти, а не интерфейса. То есть картридер здесь работает отлично, никаких претензий к нему нет. Тесты сделаны, результаты получены. И, конечно, данная док-станция, ну, маловероятно, когда может понадобиться владельцам обычных ПК. Потому что разъемов Type-C с возможностью видеовывода через него, это прямо, ну, наверное, материнские платы можно пальцем одной руки пересчитать. У меня, кстати, как раз такая есть, где я, собственно, все это дело и проверял. Но вот для ноутбуков и макбуков, где сегодня USB разъемы просто максимально ограничены, минимизированы, и бывают ноутбуки, где всего, например, два Type-C разъема, и вот как быть, такая док-станция, конечно же, выручает. Без проблем можно выводить изображение через HDMI интерфейс, без проблем можно использовать карточки памяти, соответственно, док-станцию использовать как картридер, без проблем можно использовать и USB Type-A обычный разъем, где мы получаем 5 гигабит в секунду на чтение и запись, и этого на сегодняшний день максимально достаточно. Да, не совсем понятно, для чего вот здесь у нас обычный Type-C разъем. Потому что по нему скорость записи всего 38 мегабайт в секунду. На Intel показала 40 мегабайт в секунду. Ну, видимо, для каких-то не особо скоростных гаджетов. В любом случае, все работает. И, соответственно, скорость 5 гигабит в секунду, пусть и на Type-A интерфейсе, мы с вами увидели. Ну и в итоге... Кому не хватает разъемов USB, кому не хватает HDMI разъема на вашем современном ноутбуке, эта док-станция пригодится как нельзя кстати. Ну а на этом у меня все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт Pro SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока!